Каждый человек, который живет на земле, хочет быть счастливым. И каждый ищет счастье по-своему. Однако большинство людей ищут это счастье во внешнем мире. Существует огромное количество всевозможных тренингов, программ, которые говорят: «Ставь перед собой цели, достигай, будь счастливым». Но, как показывает практика, большинство людей не достигают поставленных перед собой целей и счастливыми не являются. Существует всего лишь три области, которые больше всего волнуют людей и привлекают их внимание. Это область, связанная с деньгами, это область, связанная с отношениями людей, и это область, связанная со здоровьем. Почему при таком большом количестве тренингов, обучающих программ, люди по-прежнему остаются в финансовом дефиците? Многие люди имеют кредиты, долговые обязательства. Почему большинство людей не могут построить правильные отношения? Дело в том, что в этой массе, информационной лавине и в этом огромном количестве тренингов и курсов не даются самые главные знания. Эти знания особой важности собраны в систему. Она представлена как территория осознанного развития. Я очень просто могу объяснить, в чем смысл этой системы. Дело в том, что человек – это энергоинформационное существо. И он обменивается энергией с 9 основными сферами. Если у него происходит сбой энергетический, информационный с одной из этих сфер, то он не может испытать ни счастья, ни получить здоровье, ни получить денег. И если он правильно осуществляет энергоинформационный обмен со всеми сферами, с которыми он соприкасается в жизни, то энергия приходит к нему в таком количестве, что это можно назвать изобилием. Большинство людей не умеют настроить энергоинформационный поток с этими сферами. И это является проблемой. Я хочу вам перечислить эти сферы. Первая сфера – это разумное квантовое пространство. Абсолют, Вселенная. Как угодно можно это назвать. Высший разум, Бог, Аллах. Эта сила существует, и она сегодня открыта учеными. И это очень приятно, что мы живем в то время, когда наука подтверждает духовные открытия и знания. Это разумное квантовое пространство. И человек может научиться взаимодействовать с этим разумным квантовым пространством, и его эффективность тогда вырастает в разы, в десятки раз, в тысячи раз. Второе – это энергия рода. Если человек не почитает своих родителей, отца, мать и свой род, то он не сможет преуспеть в социуме. Такова правда жизни. Третье – это энергоинформационная система семьи. Человеку нужно знать, как обмениваться энергией с теми людьми, с которыми он живет. Кстати, дом является тоже членом семьи. Я имею в виду пространство, в котором вы живете. Квартира, дом – то место, где вы проводите большое количество времени. Это тоже член семьи, и с ним нужно уметь правильно выстраивать отношения, потому что иногда одна маленькая деталь может блокировать энергоинформационный поток. Следующая система, с которой нужно правильно выстраивать отношения, это наше тело. Потому что человек, как энергоинформационная система, имеет множество проявлений. Физическое тело – это одно из них. И в той системе, которую мы представляем вам, мы учим человека гармонизировать энергетические потоки в своем теле, физическом и других телах. Следующая энергоинформационная система – это планета Земля. Мы живем с вами на разумной планете. Эта планета дает жизнь абсолютно всему живому. Но люди не умеют благодарить, не умеют обмениваться энергией с Землей. Они даже не посылают энергоинформационных импульсов каждый день тому месту, которое их кормит и дает им жизнь. Это тоже является причиной и заболеваний, и проблем, в том числе и проблем, связанных с отношениями с финансами. Солнечная система – мощнейшая энергоинформационная система. И люди не умеют общаться с этой системой, а это разумная, очень мощная система. Следующая система – это социум. Сколько людей выражают претензии правительству, претензии налоговым службам? Да мало кому. Люди в социум посылают негативные импульсы. И они к ним, конечно, возвращаются, потому что Вселенная приумножает то, что мы транслируем в нее. И с социумом тоже нужно уметь правильно взаимодействовать. Если вы это делаете, то у вас в жизни все хорошо. Еще одна информационная система – это наши учителя и наставники. На Востоке есть такое понятие парампара – преемственность учителей. И людям крайне важно посылать
посылать в эту энергоинформационную систему свои импульсы благодарности. Еще одна, девятая энергоинформационная система – это профессиональная сфера деятельности. Вы будете преуспевать в своей профессиональной деятельности гораздо больше, если в каждой из этих энергоинформационных систем вы создадите баланс и гармонию. На самом деле все очень просто. Почему человек мечтает, желает, стремится к чему? Потому что у него нет алгоритма получения энергии. Как только вы выполняете свои функции, на Востоке есть такое понятие «дхарма». Как только вы выполняете свою дхарму, все энергоинформационные функции, вы получаете изобилие. Это называется артха. Все настолько просто. И затем, получая изобилие, вы получаете удовольствие. И вы выстраиваете свою жизнь таким образом, что вы пользуетесь всем, но не привязываетесь ни к чему. Это древнейшие мудрые знания. Все, что дает сегодня Tor System, не является изобретением. Просто Tor System сегодня переводит древние знания на язык социума. Итак, если суммировать все сказанное, выполняй свои энергоинформационные функции. Но сначала узнай, как это делать. И ты будешь получать такое количество энергии, такое изобилие, что ты можешь его направлять мгновенно на все то, что тебе необходимо в жизни. А не просто ставить перед собой какие-то цели и потом мучительно их достигать. Когда человек выпадает из настоящего момента жизни, то он понижает свои вибрации. Если вы находитесь в моменте здесь и сейчас, и ваш уровень вибрации очень высок, то значит Вселенная вам будет отражать все то, что вы чувствуете. И не просто отражать, а приумножать. Территория осознанного развития основана на квантовой архитектуре, потому что мы все с вами представляем собой единое квантовое пространство, которое проявляется на разных уровнях вибраций. Все настолько просто, все настолько замечательно, что если вы начинаете в первые недели делать то, что вам рекомендует система, система знаний особой важности, то вы видите, как улучшается здоровье, как улучшаются ваши финансовые показатели, как ваши отношения улучшаются. Используйте систему знаний, которые дает территория осознанного развития. И будьте счастливы и гармоничны во всех сферах жизни. Будьте здоровы, богаты и счастливы.